У стопхамовцев появились конкуренты. Против наглости нарушителей правил парковки вышел молодежный патруль. Правда, вместо наклеек на стекло активисты привязывали к авто яркие воздушные шары с надписью «Я жду эвакуатор». После этого спецмашины увозили автомобили на штрафстоянку, а инспекторы ДПС выписывали протоколы нарушителям. С помощью этих шариков мы сигнализируем, какие машины неправильно припаркованы. Эвакуаторы, соответственно, да, смотрят, подъезжают, забирают. Мы не стараемся забрать машины просто так, то есть, потому что нам надо провести эту акцию. Мы действительно ищем нарушителей. Активисты надеются, что их акция привлечет к себе внимание водителей, и те перестанут нарушать правила парковки. Это не первый раз, когда молодежный патруль выходит на борьбу с хамством на дороге. Активисты признаются, что реакция водителей бывает разной. Одни поддерживают инициативу, другие воспринимают негативно. Добавлю, что каждый день эвакуаторы увозят на штрафстоянку в Краснодаре порядка 180 автомобилей. В городе постоянно работает 24 спецмашины. В этот раз всего за час совместными усилиями удалось выявить 10 автомобилей-нарушителей.